Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в Римско-католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Три музыкальных инструмента будут звучать в этот вечер в нашем соборе. Орган, человеческий голос и саксофон. Три великих гения открывают программу этого вечера и составляют ее основание. Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Вольфганг Амадей Моцарт. В XVIII веке, когда они жили, саксофон еще не был изобретен. Он появился лишь в следующем столетии. Но оказалось, что музыка Баха, как и многих других классиков, которая была написана для иных инструментов, можно с успехом играть и на саксофоне. Более того, она приобретает совершенно неповторимое очарование, как бы преломляясь через призму современности. Дорогие слушатели, мы сожалеем, что сегодня вы не сможете услышать двух исполнительниц, первоначально объявленных в афише этого концерта, и приносим вам наши извинения. А сегодняшнюю программу для вас исполнят лауреаты международных конкурсов Татьяна Андрианова – орган, Татьяна Барсукова – сопрано и Ирена Сидорова – саксофон.
Oh.
Thank you.
Уважаемые слушатели, мы просим вас оставаться на своих местах. Исполнители сейчас спустятся для поклона. Лауреаты международных конкурсов. Татьяна Андрианова, орган. Татьяна Барсукова, сопрано. Ирена Сидорова, саксофон. Еще раз. Сегодняшнюю программу для вас исполняли лауреаты международных конкурсов. Татьяна Андрианова, орган. Татьяна Барсукова, сопрано. И Ирена Сидорова, саксофон. Браво! Уважаемые друзья, позвольте пройти исполнителя по центральному нефу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Дорогие гости, а мы хотим обратить ваше внимание, что в 2015 году большому органу Кун исполнилось 60 лет. Как вы знаете, это наш главный концертный инструмент. В августе текущего года мы начали большой ремонт органа, так как многие его детали износились, а некоторые части вышли из строя. Акция благотворительного фонда «Искусство добра» «Реставрируем вместе» продолжается. Каждый из вас имеет возможность помочь преобразиться одному из лучших органов России. На сайте www.organkun.ru вы можете ознакомиться с историей этого инструмента, а также сделать посильное для вас пожертвование и получить памятный подарок. В числе памятных подарков диск с записью органа, билет почетного благотворителя и сертификат благотворителя. Также вы можете